ученицами Елизаветою Варварою. Примите от покаянных сердец наших моление теплое сие, вам приносимое, и спросите нам всемилостивого Владыки и Спаса нашего Иисуса Христа прощение за соизволение цареубийства на нас и отец наших павшего, даже до седьмого колена, як уже в житии вашим земным и счастливые милости сотворили есть и людям вашим, так и ныне умилосердитесь на мы грешные, избавите нас от скорбей лютых, от недуг душевных и телесных, от стихий наны попущением Божиим восстающих, от броней вражьих и междоусобных, и крови братские пролития, укрепи